Всем добрый день! Мы находимся на Бисеровом озере. Это конец ноября месяца. В этом году уже неделю стоят 10-градусные морозы, но снега нет, лед на Бисером озере замерз, и вот появились первые желающие покататься на коньках. Видите, уже есть. Кто-то ловит рыбу с палаточкой. Но меня здесь заинтересовало, конечно, не столь коньки, а то, что вот они, лед чистенький. И обратите внимание, видны водоросли, видите? Вот изо льда видны водоросли. Вот как они колышутся. Посмотрите, как интересненько, да? А иногда здесь проплывает рыбка. Но вот когда было меньше, как бы сказать, туристов, которые катаются на коньках, мы видели рыбки проплывающие. Сейчас они уплыли, пока мы собрались снимать здесь видео. Но гляньте, как красиво. Вот мне так нравятся эти водоросли. Лед такой чистый. И вот видите, за неделю буквально замерзло озеро так, что можно кататься на коньках. Как здорово. Редко такое вот увидишь. Я сама всегда, чаще всего сначала падает снег, потом сильные морозы. И вот в этом году удалось показать вам вот такое зрелище. А смотрите, какие красивые иголочки инья. Как будто звездочки, как будто цветочки. Но это же здорово так, на льду, вот такая вот красота неописуема. А под водой листики, трава. Вон замерзшая ряска зелененькая. Посмотрите, вот мы сейчас ее покажем. Вот. Это что это такое зрелище? И главное, что вот ноябрь месяц. И уже люди узнали, уже катаются, как видите. Отдыхающие уже есть. А вот булечки, водички. Видны вот пузыречки воздуха хлопают. Вот не успели немножко показать эту съемочку. Наблюдать такой подводный мир, прям как дайвинги какие-то зимние. Любопытно такая.